5 ноября 2022 года мы поднялись как можно раньше, с учетом того, что Алекс очень поздно лег. Ну, короче, пока преподаватель, видимо, занят, не может нам ответить. Мы уже целый час сидим. Не знаю, будет ли сегодня занятие. Поглядим. Хотела сегодня все-таки поехать купить себе обувь. Вероятно, сразу на зиму погляжу. Смотрю, что там есть. Может, уже осень все убрали. Вот, а может, не буду. Нет настроения выбирать себе что-то. У нас продолжают люди подрываться на минах, лепестках. Буквально вот сейчас опять официальное заявление, что мужчина подорвался в Киевском районе. Ой, в Кировском районе. Земля просто наполнена взрывоопасными предметами. Вчера вообще не читала новости. Днем, вечером только пролистала. Вчера утром только посмотрела, что был в 2 часа ночи обстрел Макеевки, что женщина погибла, и решила потом вообще ничего не смотреть. И вчера у меня не было сил ни на что. Я полдня просто играла в бревно или в мавзолей. Знаете такую игру, когда мама устала, она ложится, и играем в мавзолей. Дети становятся у нас охраной и охраняют маму, пока мама отдыхает. Вот такой лайфхак из жизни. Ну, вообще, Алекс себя хорошо занимал. Он строил самолет, устраивал парад, и ему было нормально. Ну, а посмотрите, что я сейчас делаю. Алекс сейчас собирает пазл. Этот пазл я привезла с собой из Обухова, Киевской области. Там его подарили. О, мама собралась деталь. Угу. Так, это районная речь. Это мы сегодня купили мне варенье без сахара. Не варенье, это пюре. Да, то есть пюре без сахара. Поближе посижится. Вот так, отфокусилась. Вот. Такое вот. Вкусное? Да, вкусное. Давай. Тут интересно. Кстати, съешь. Угу. Свою пирожечку. Еще переделал свой самолет опять. Хорошо. Мама, я увидел там соль такая какая-то розовая. А, камешек? Ну, я тебе дам посмотрю. Угу. А сегодня я вот экспериментирую. Посмотрите, какая... Это не взбитые белки. Это я пробовала делать маршмеллоу, но у меня нет агара. Поэтому я использовала весь свой кукурузный крахмал, который у меня был, подсластитель. Ну, еще куплю. Вот. Алекс, как тебе? Очень вкусно. Так, я видела в магазине, оно... Судя так по запаху и по сладости, вот это вот лучше, чем не знаю, больше магазинское. На зефирке, не знаю, на что похоже. Короче, экспериментируй. Ну, сейчас, не знаю, попробуем, Алекс. Покер был пьян, и фокус не удался. Прошлый эксперимент пришлось выбросить. Я решила сделать печенюшки бисквитные. Добавила муки, зеленой гречки, вот, и масло оливковое, пару ложечек столовых. Вот эти у меня без соды. Ну, там же в составе есть лимонная кислота. А вот в эти я уже добавила лимонку. Ой, в лимонку соду.
И я смотрю, что они лучше поднимаются, конечно. Вот. Так что теперь буду пробовать с аквафабой работать. Меня вдохновило то, что у меня наконец-то она взбилась. Все-таки нужно хорошо протирать миску и венчики. И хорошо процеживать саму аквафабу. А у нас за окном работал ПВО. Как-то очень громко что-то сбивали. Но я не читаю новости. Не хочу. Мизинец, поставь нам смычок. Соль, соль. Я модернизировал свой самолет. Он у меня теперь выглядит вот так вот. Вот у меня тут приборы разные. Тут у меня багаж передний. Красота такая.